Всем давно известно, что трасса Оренбург-Казань и Чистополь-Нижнекамск являются наиболее опасными. Очередное ДТП произошло 18 июля на трассе Чистополь-Нижнекамск. Стоит заметить, что происшествие случилось на участке, который прежде считался безопасным. Водитель, управлявший автомобилем марки Renault Logan, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем марки Lada Калина. В результате ДТП пострадало 10 человек разных возрастных категорий, как взрослые, так и дети. Все участники происшествия с различными тяжелыми травмами были доставлены в ЦРБ. Им была оказана необходимая помощь. Многим удалось избежать летального исхода благодаря ремням безопасности. Но, по словам сотрудника ГИБДД, трагедия все-таки случилась. Одна из участниц происшествия от полученных травм скончалась в больнице. По предварительной версии считается, что виновником ДТП является водитель марки Renault Logan. Окончательная степень виновности определится после проведения следственных мероприятий.